На этом видео я хочу рассказать немножко о хасидских книгах. Здесь я совсем не специалист, и я их знаю хуже всего, но в двух словах хотя бы какие книги бывают, как некоторые из их названий, и я хотел бы рассказать. Многое из того, что скажу, это мое личное мнение, и, пожалуйста, именно так к этому относитесь. Я уже сказал, что мне кажется, что хасидские книги, как правило, не отличить от нехасидских, то есть нет настоящей категории отдельной от того, что люди принадлежат ученикам и ученикам учеников Балшемтова, это еще не значит, что их учения должны как-то сильно отличаться полностью в корне. И наоборот, можно часто выдать хасидскую книгу за нехасидскую и нехасидскую за хасидскую. Это не значит, что любая хасидская книга не, не определяется так. Есть некоторые хасидские книги, которые явно видно, что учения типично хасидские. Но многие книги людей, которые, без сомнения, были хасидскими рэби, хасидскими лидерами, тем не менее, они писали совершенно обычные книги, не только к Талмуду, но и к Торе тоже. Я упомяну несколько разных, тут даже да, было же много движений, у хасидов как бы более четко прослеживается разделение. Понимаете, в литовских тоже в каждой шиве были свои стили. В основном там изучают Талмуд, конечно, но в каждой шиве были свои способы изучения. И большие специалисты могут это определить. То есть, если придет ученик ишивы, допустим, ну вот в те времена в Европе, скажем, сто лет назад, один был, допустим, из Кельма, другой был, допустим, из, э, скажем, Телс, третий, предположим, из Барановича. Э, все эти люди по-разному немножко будут, их стиль, и как они будут объяснять. И поэтому можно было определить, где этот человек учился. Так же, как Лихавдил, также определяют, например, математиков. И э, в любой э, мудрости есть какие-то небольшие различия. Но, в принципе, все литовские евреи более-менее похожи. То есть различия не настолько, да, они не говорят, четкую, четкая принадлежность не настолько обозначена. У хасидов же принадлежность гораздо более обозначена была до недавнего времени, по крайней мере, сейчас. Тоже из-за перемещений, иногда это не так четко, но многие просто после войны оказалось, что у них... Их движения нету, больше Рэбби и отдельного движения присоединить к каким-то другим движениям. Но в общем у Хасидов как, раз, как бы более четко прослеживается, что вот есть, например, Хасиди Гур, например, есть Любавичи, без сомнения, очень здесь отдельная дистинкт, как это по-английски, да, отдельная группа, есть, например, бресловские Хасиды, да, тоже очень отдельная группа, сторинские Хасиды. У всех у них есть свои, более-менее четко обозначенные способы изучения туры, да, и те, те вот династии Рэби которые были приняты, и которые больше всего изучаются в данной группе, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в общем, как-то эти все группы называются все вместе хасидами, хотя различия между ними достаточно велики, и, может быть, различия между разными видами хасидов иногда больше даже, чем между теми хасидами, которые больше похожи на литовских евреев, и, и литовскими. То есть хасиды это что их объединяет, это то, что они все потом учатся от учеников Балшемтова. Пожалуй, больше ничего их не объединяет. А сам Балшемтов ничего практически не писал, это все только его ученики записали, и ученики учеников. Так вот, я пишу просто название хасидских книг и несколько слов про некоторые из них. Значит, во-первых, самый известный из учеников Балшемтова, который больше всего написал, это был такой Раби Яков Йосиф из Полное, Так, по-английски еще пишут это слово. Это какое-то место э, в Европе. Это все Восточная Европа в основном. Да? Большинство российских рэби жили либо на Украине. Но ну, сейчас еще границы поменялись полностью с тех пор. Но э, то, что сегодня будет либо Украина, либо Польша, э, либо э, некоторые в Литве жили и в Белоруссии, но ну, гораздо меньше да, самый известный из белорусских вот как раз раввинов хасидских, это был Балатания, да, первый Хабад Рэби, движение Любавич, Хабад Любавич, оно происходит, получается, из литовских хасидов, так сказать. Да, мы сегодня слово литовский обычно используем в контексте не хасидов, но это не совсем правильно, потому что хасиды тоже могут быть литовскими. Вот. И не, не только они, есть и Слоним, и Столин, есть другие группы хасидов, которые литовские хасиды. Так вот, а, значит, в основном в Восточной Европе после Балшимтова осталось множество последователей его Кстати, и в Западную Европу немножко попадали Учители, кстати, Хатамсофера, о котором я говорил, и будет целый урок про него Они оба были один точно из движения хасидов, из учеников Магида Измезовича Другой, как бы, близок, во всяком случае, к этому, Рабинату Набер вот. А они были в Германии То есть туда тоже попадали какие-то хасидские учения Но там в меньшей степени это как бы приобрело популярность, но в основном в Восточной Европе в большой части мест большинство стало даже хасидами, можно сказать, что не хасидов осталось меньше, чем хасидов в некоторых местах. Так вот, основной ученик Балшемтова, этот раби Яков Йосеф, он написал Толдот Яков Йосеф, и еще такие книги Бен Пурат Йосеф, Сафнат Панев, Китонет Пасим, и там вот оттуда уже можем знать какие-то изучения Балшемтова, он там постоянно цитирует своего рэбби. И какие-то из них были собраны, есть специальные книги, например, комментарий к Торе, который от Балшемтова, но собран из разных книг. Но это не сам Балшемтов писал, это все, вот, как я сказал, вот его имени именно. Даже Саватариваш, ваш», так называемая книга, то, что повелел якобы Балшемтов, это не Балшемтов писал. Балатаня, кстати, это цитирует и сразу говорит, что это не Балшемтов, автор не Балшемтов. То есть вот Балшемтов у нас напрямую ничего практически не сохранилось, но есть очень много его учений, которые, без сомнения, аутентичные, то есть, его ученики сразу же это все записали, и нет вопроса, что, что они говорят, действительно, учил Балшантов, раби Исраэль Балшантов. А, так вот, а, кроме этого раби Якова Иосифа, другой очень важный лидер, может быть, самый важный лидер хасидского движения после смерти Балшантова, был такой Магид из Мезрича. И... От него тоже остались какие-то, кажется, в основном не он сам писал тоже, а кто-то записал, но, во всяком случае, остались какие-то его учения. Потом было два еще равина примерно в этом, или чуть позже поколении, ну, в районе этого времени, самые, наверное, известные. Ну, кроме внука самого Балшемтова, он написал такую книгу Дегель Махана Эфраим». Звали его Раби Моша Хайм Эфраим из Сиделькова какое-то место тоже во всех техниках, да, многие из них жили в маленьких городах и селах, и они известны сегодня только евреям в основном, именно потому что, говорят, движение там Вижниц, например, да, скверы, это все какие-то малюсенькие места, да, что такое сквера, да, на Украине западной. В общем, не знаю, где этот Сидельков, но, в общем, этот мудрец, он был внуком Балшантова от его дочки и оставил книгу Дегельмахане Эфраим. А вот, как я сказал, два других мудреца, о которых я хотел поговорить в двух словах, это Раби Мелах из Леженска и Раби Ицхак из Бердичева. Ну, Бердичев мы все знаем, где Бердичев. Да, Раби Мелах из Леженска, Леженска это какой-то в Польше вроде город. Он много не писал, но вот то, что он написал, там все связано, вот, судя по всему, с концепцией цадика и боязни Всевышнего. Там какие-то есть важные элементы Хасидута. И учений хасидов Но что мне больше всего интересно Из того, что пишет этот Рабили Мелых из Леженска Это его маленький цейтл, как говорится Цейтл Акатан, где он как бы дает советы Как человеку жить жизнь И что поражает, во-первых, эти советы Вполне подошли бы любому мяснагиду тоже То есть это запросто мог бы Гра Точно такие же советы давать во-вторых, это удивительно, что они требовали от среднего человека. Он же не пишет это только для самых великих людей. То есть это совершенно невероятные вещи. Там во многих сидурах печатали просто этот Сейтл катан. Там, например, он говорит, что желательно человеку, когда он с женой, в этот момент думать, что лучше бы с него кожу снимали, и он бы отдавал жизнь для Кидуш Хашем, для освящения имени Всевышнего. То есть в момент, когда человек вот, наибольшее наслаждение хочет получить, наоборот, идея, что он бы предпочел, чтобы его там э, пытали, например. Так вообще даже э, э, шокирует, да? Сегодня как бы хасиды вроде не ассоциируются с такими идеями. Потому что у них веселые люди, которые <laughs> не, 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 недалеки от мира сего, скажем так. Ну вот такие вот вещи, то есть хасидское движение, во всяком случае, какие-то части его, какие-то ребис требовали совершенно невероятных вещей от своих э, от своих учеников. Вот, например, он говорит там, что каждое слово, пока произнесешь, просей там через множество-множество ситис, да, это как раз то, что сказал бы вильнинский гаон, да, подумать много раз, причем хоть одно слово сказать. Это все очень похоже на учение вильнинского гаона, не меньше, чем на хасидские учения. Вот. А mm -hmm. раби Левицкого Избердичева наверняка все слышали про него, он известен как особый адвокат, как бы, за еврейский народ. Всегда акцентируют, что был вот такой великий мудрец, который Еврейский народ особенно любил, действительно невероятно, любовь еврейского народа, он всегда находил им оправдание в любой ситуации. Кстати, одно из самых, наверное, спорных утверждений у него там в комментариях Торы, душат Леви называют его комментарии Торе. он там пишет в главе Шовтим, что фактически, когда говорит Тора, нельзя поклоняться, кланяться перед планетами и звездами то это, говорит, именно потому написано планеты и звезды, потому что в них нет ничего святого, в то время как в человеке может быть святость, и поэтому кланяться перед можно. Это удивительная вещь, это как раз то, против чего Раби Хамис ученик Вильнинского Гаона, мы будем позже подробнее говорить об, о них, он говорил, что типа водозоры фактически, это типа поклонства, и пытался доказать, что поклонение даже Рога Кодыш в человеке, это тоже тип и то Действительно, очень, очень, смахивает на христианские идеи. И, во всяком случае, вот, тем не менее, это опубликовано в Кедуше Тлеви, и сегодня Любавича любит цитировать это, между прочим, по ясным причинам. Потом, конечно, движение Хабад очень важное в хасидском мире, и Таня, наиболее принятая из книг для всех хасидов, не только хабадники изучают Танию. Это книга, в принципе, там пять частей, он ее разделил как хумаш и между прочим саму, саму первую часть разделил как как парши торы на да, 53 части да как как парши торы и э, называется это еще книга для среднего человека фактически его концепция основная там в том что средний человек он должен все заповеди соблюдать как следует поэтому то что мы называем праведниками это вовсе не праведники это средние люди а кто что такой праведник Праведник тот, у которого даже плохое полностью ботель, то есть внутри нету даже как бы желания делать плохого, он полностью очистился. Дело в том, что средний человек, с точки зрения болотании, это вот представьте например, у нас в Америке сейчас есть суд, в котором э, большинство 5 из 9 консервативные, а 4 из 9 либералы. Так в любом решении важном обычно консервативные на одной стороне, либералы на другой. И выигрывает всегда консервативные, потому что их большинство, Баруха Но это не значит, что либералов нету, они там есть, и они свой голос подают, но они всегда, так сказать, большинством э, остаются в меньшинстве, да, и не, не могут ничего сделать, пока их меньшинство. Поэтому было так важно, когда Трамп выбрал очередного э, консервативного судью, то был очень большой шум, и пытались его любой ценой остановить, э, демократы пытались. Э, так вот, э, то же самое внутри человека, как бы, у нас есть внутри хорошее и плохое. Если хорошее в большинстве, как бы более сильное то оно в любом решении будет всегда главным, потому что человек будет следовать за хорошим. Но это не значит, что плохого вообще нет. Оно там есть просто, оно каждый раз, его мнение подавляется. Получается, что полный праведник может, тем не менее, считаться средним человеком, согласно Балатании. Почему он средний? Потому что у него есть плохое. А кто же тогда праведник? У него плохого вообще нету. Или так мало, как, знаете, как вот, если меньше 1,6 молока попало в мясо, или трифного попало в кошерное, то, как правило, это ботель, оно исчезает. Так вот, если праведник не полный, то у него есть немножко плохого, но у него на ботеле, оно вообще совсем мало этого плохого, как, знаете, как меньше 1,60 в каком-то смысле. А если он вообще полный праведник, у него вообще плохого нету. Но и так, и, так по акциям не определить, кто праведный, а кто средний получается, потому что и те, и другие грехов не делают. А если человек сделал грех, то он уже грешник, а не средний вовсе. А если человек рассказывает после греха, то он опять теперь праведник. А почему же тогда э, считаются обычно средними люди, у которых есть и грехи, и митсвы. Это говорит том, что так мы называем, но это не настоящие средние люди. Настоящие средние люди, они вообще не грешат. Просто в суде мы выигрываем, если у нас большинство хороших дел, потому что у нас есть грехи тоже. В суде Всевышнего мы выигрываем, но это не значит, что мы средние. Средний будет человек, который от всех грехов раскается и грехов делать не будет. Вот. Ну, и у него, пожалуй, ближе к Кабале вообще книга Таня, а она наиболее близкая не наиболее, но одна из более близких к кабале, там больше используется именно выражение из Ризаля, Сфирот, Парцуфим, Аламот. Я думаю, что многие, кто изучает Таню из простых э, хасидов, они не, не понимают хорошо, о чем вообще речь. Но читают, изучают, у них там есть Седер, улубащего движения, как изучать Таню в течение года. И э, э, как могут, понимают, э, одна из его главных концепций, это, конечно, идея, вот это, что все в каком-то смысле это везде Всевышний. И опять же, я уже говорил, что эта идея, она непростая, и есть много диспутов насчет деталей этого понимания, и эти диспуты были еще до движения Хасидута, и продолжились после. Последний Любачский Ребе считал, что даже между Вильнинским Гаоном и его учеником Ройхаем изложено были разные понимания этой концепции, как говорится, цимсум или нет, что то, что Резаль говорит, как Всевышний в каком-то смысле отдал место миру, как это понимать? И Считал, что Вильнский Галоны и, и Равихамиз Ложно по-разному это понимали. Хотя, например, Рав Деслер, Деслер так не считал, считал, что Вильнский Галоны и, и, и Равихамиз Ложно одинаково понимали эту идею. Но, во всяком случае, это очень непростые все вопросы. И а, я перейду к следующим хасидским лидерам. Очень важный хасидский лидер, который много написал, был такой Равицадок Хакоэн У него много очень есть писаний, целая система отдельная. И вот в DBS, опять же, один из дисков здесь, который продают с еврейскими книгами, ему отдельную дали базу данных только для его учений. И, между прочим, интересно, одно из его учений, это как раз вот то, с чем согласятся модерны оксальные евреи, у них даже есть статья профессора Якова Эл Элмана на этот счет. Фактически прогрессивная идея, которой привыкли все в науке, но не привыкли как раз в ешивах. То есть в науке считается как? Что не то, что мы умнее, скажем, Архимеда, нет, никакой математик сегодня не скажет, что он не Архимеда. Но постоянно строится все больше и больше. Поэтому мы знаем больше, чем Архимед в математике, больше, чем Ньютон в физике и так далее. Сегодня любой ученик 10 класса физики знает больше Ньютона. Правильно? А э, все это почему? Потому что накапливается знания. Не то, что мы умнее, но мы во всяком случае больше знаем и лучше понимаем вещи. А вот в Ешивых обычно не так. Считается, что мы только раскрываем кое-что из того, что было известно в предыдущих поколениях. То есть предполагается, что Хазаль, например, имели в виду все то, что решением, потом объяснили в их словах, а хроним только пытаются понять частично, что понимали решением. Это стандартный подход ешив. Но вот у раби, uh, uh, раби Цадока Гакоэна подход, похоже, именно прогрессивного uh, um, открывания Торы, и это больше устраивает, как я сказал, модерных артах евреев. Ну, подробнее, если вы хотите, вы можете найти, здесь бесплатно есть, uh, они сделали бесплатные архивы свои, Tradition журнал по-английски, и вот там есть целая статья Якова Элмана, насчет этого он приводит много источников из писаний Рава Цедока Гакоина. следующая династия очень важных раввинов гурских, и самый, наверное, известный из них это Сфатемет. -э у него есть и комментарий к Торе, и комментарий к Талмуду. Кстати, талмудический комментарий у него вполне стандартный, и во многих литовских ешивах можно их найти прямо рядом с Хатом Сойфером, с Рабеки Вейгер и с другими. Очень важный и полезный комментатор Талмуда, там еще Хасидского конкретно нету. Но его комментарии к Торе, у него там по разным годам это собрано, и они тоже, в общем-то, пройдут не только как Хасидский, как я уже говорил. вот И в этой династии есть много других великих раввинов, они там тоже много чего писали. Потом есть Тиврихайм, у меня на уроке про Шувот. у него есть также комментарий к Торе Равихайм из Цанса Многие, кстати, раввины происходят из него, и многие династии сегодня связаны. Вот Халберштамы обычно, это его потомки. И ä, также был такой ä, Исмах Моше, Раби Моше Тейтлбаум. Сатмус Креби, кстати, был один из его потомков. Вот. Он тоже написал и комментарий к Тории, у него есть и холорхические вопросы и ответы. Um, был такой Хозе Милублина, его назвали. Хозе, это, конечно, не имя, это так его назвали, как бы, как... Пророк, что ли, видящий, да, ясновидящий из Лублина. У него есть несколько книг, где от зод, Зикарон, Зекарон, зод. А, вот. а, был Раби Симха Буним из Пшиска. У него есть, кажется, учение его учеников по его учениям. Вроде бы это не сам он писал. Маурой Найм. тоже очень важная хасидская книга, которую много цитируют. А, также а, это Чернобыль такой, был, там была династия своя Раввинов. Маор Вашемеш. Очень важная, я бы сказал, больше каббалистическая книга, комментарий к Торе. Нередко цитируется. И еще очень важный мудрец. Динова Рэби такой был, Рэби Цвели Мелех. Его самая известная книга «Бней Сахар». Это по праздникам и по всему году. И он там из Сефер Циры» начинает обычно про каждый месяц, какой буквой ассоциируется он в Кабале. Это книга ближе к Кабале. И только подсказками, а именно использует каббалистическую терминологию часто. И также Игра де Хола, Игра де Пирка, еще очень-очень много у него книг, и в том числе, очень много он в своей жизни написал. И опять же, по нему и из него, опять же, у всех у этих ребис были в основном династии, люди, которые потом, в более поздних поколениях, по их учениям, продолжали и учили. Вот, например, мукачские хасиды, они происходят из этой же династии. Потом, конечно, бресловские хасиды, у них огромный корпус, так сказать, знаний, учений Рабина Хнесбраслова, писал его ученик. Рабинатан такой был. Ведь большинство хасидов это были фактически люди, которые, многие из них происходили как раз из тех самых местных, которые были против, но потом им что-то нравилось в Хасидуте, и они переходили и становились большие рабины. Переходили, это верно было и про ученика Балшентова, раби Якова Йосифа из Полноя, и это было верно и для Рабина Тана, который стал учеником Рабина Ахмана из Братслава. Вот. Братских хасидов мы все сейчас встречаем, их огромное количество, но когда-то их было совсем немного. И Рабин Ахман, он заранее предсказал, что скоро начнется страшная ересь, и люди все будут ходить от Торы. И, говорит, останутся верными Торе только самые простые люди. Он все время подч подчеркивал простоту, да, простоту веры. У него есть свои истории очень интересные. Я когда-то сделал несколько уроков по историям Рабин Ахмана из Братслава. Вот. Это аллегории, аллегорические истории, очень, очень интересные, каббалистические в каком-то смысле, но их можно читать и просто как истории. Я давал простым людям читать, им очень нравилось, это выглядело как очень интересная история про царей, знаете, принцесс. Вот. Но это все каббалистическое там, есть к ним комментарий. Рави... Каплан по-английски сделал, в свое время несколько книг по Равнахману сбрасывал, и в том числе комментарии к его историям собрал из источников бресловских. А... Ну, есть комментарии еще к Торе, такой Рабихамис Черновиц был. Черновцы, наверное, да, в западной Украине. Бермаймхайм. Это скорее простой, да, более, я бы сказал, ближе к Пшату, этот комментарий к Торе. И, наконец, нельзя не упомянуть Стефера Шлома, Это уже совсем близко к нашему времени, кажется. Да, из Родомска такой. В общем, это все в двух словах из того, что я наверняка пропустил много важных хасийских книг, но в любой хасийской синагоге. Это, может быть, первое различие между хасидской синагогой и нехасидской. Что вне хасидской вы так уж много хасидских книг не встретите. Хотя, как я сказал, многие из этих книг вполне подошли бы и для нехасидской синагоги. А вот, э, э, в, э, в хасидских синагогах там обязательно есть секция, обычно шкаф, где много разных хасидских книг. И э, на этом мы закончим наш урок. Следующие несколько уроков я хочу уже посвятить отдельным личностям. Э, Хида... Вильнинский Гаон, Бен-Ишхай, Хатам Софер и, может быть, Равшишвейфер Херш тоже. В любом случае, отдельным, ну и Рамхалю, конечно, Равимош Хайм Луцата, итальянский каббалист. Каждому из них, мне кажется, нужно посвятить отдельные уроки, потому что у них, их влияние, на мой взгляд, очень было велико. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.